Вы 1 сентября оказались в этих стенах, и тогда решалась ваша судьба. Вы сделали шаг в неизвестность, но прошли года, и сегодня, через несколько мгновений, вы уже к своим преподавателям сможете обращаться как коллега к коллеге. И, глядишь, может быть, кто-то из вас и останется на кафедре, и будет тоже преподавателем, и точно так же 1 сентября встретит новых студентов, будет за них волноваться, переживать. Они будут думать, что их тоже отчисляют или не отчисляют. Но пройдет время, и если вы обернетесь назад, то вспомните, что тогда был полный зал. Сегодня чуть меньше. Но зато вы прошли этот путь, и сегодня вы уже выпускники Балтийского государственного технического университета военмех. Так, попробуем еще раз. И сегодня вы уже выпускники Балтийского государственного технического университета военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова. Ну, дай бог, чтобы вы с гордостью несли это имя. Ну, а сейчас начнется торжественная церемония вручения дипломов красных и торжественная церемония выпускников 2019 года, года 75-летия Ленинградской победы. Церемония торжественная, акт государственный, поэтому сейчас в наш зал внесут флаг Российской Федерации и по случаю 75-летия нашей Ленинградской победы внесут еще флаг нашего города Санкт-Петербурга. В вашу честь прозвучит гимн Российской Федерации. Внимание! Флаг Российской Федерации и флаг Санкт-Петербурга внести